Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить игру под названием Super Meat Boy. И у нас с вами, скажем так, в принципе, финал. Да. Если мы до него доберемся, то я бы предложил вам следующее сделать. Ставьте лайки, если вы заинтересованы, чтобы я после финала, если мы пройдем, конечно же, его, проходил темный мир, вот, потом розовую аллею по возможности и пользовательские карты, которые тут есть, то есть кастомные карты. Погнали. Опа-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 та. Да, не очень удачно. И тут тоже так себе на самом деле. Опа-па-па-па-па-па-па-па. Вот это была жесть только что. И вот как вот мне с этой бензопи справиться? Как мне с ней справиться? Подскажите мне, пожалуйста, расскажите. Потому что я на самом деле не знаю как. Да, я уже предвкушаю порванные волосы. Порванные волосы предвкушаю на этой локации, потому что здесь нужно успеть очень быстро. Очень быстро надо успеть, не так, как я сейчас играю. Однозначно. Так. Ну, знаете, мне очень нравится эта музыка. Я бы ее даже приписал к Dark Souls. То есть там бы эта музыка тоже подошла. Такая мрачная, такая фэнтезийная прям чуть ли. Ну, представьте себе Dark Souls, кто играл, конечно же. Ну, наверное, таких, кто не играл, единицы. Потому что в этот шедевр играли абсолютно все. Да, немножечко я помедлил и улетел. Вот так. Но мы постараемся волосы на себе не рвать. Более того, мы постараемся все-таки без мата пройти светлый уровень. Я не знаю, что будет с темным миром, конечно же. Но... Так, это было настолько резко, что я даже не успел сообразить, что произошло, только потом, через секунду, я понял. Да. Ох. Ну, знаете, я уже ощущаю боль. Я ощущаю боль и ужас от прохождения вот этой локации. Но это еще не все. То ли еще будет, друзья. Так. Ой, жесть. Но это еще не самое жестокое на самом деле. То есть тут есть гораздо жестче. Так. Аккуратно. Я не знаю, кстати, что я буду делать с вырезанием, но вот это настолько крутая локация, что даже вырезать ничего не хочется. Тут просто вы будете наблюдать за ужасом, который происходит со мной. Так. Мит. Так, супер. Ну зачем ты так улетел, братюня? Братюня, не надо. Не надо. Да ёлки. Иди в пилу. И на фильм «Пила», который скатился после второй части в мусор, в полный трэш. Ну ладно. Это уже, в принципе, не имеет значения вообще никакого. Опа-па. Как? Блин, вот это жесть. Я же все сделал правильно. Почему меня попал на пилу? Почему на сеанс пилы попал? Не понял. Я же ему билеты не давал. Жесть. Ой, мне уже хочется на себе все волосы порвать, на самом деле. Это жестокая. Жестокая игра. Но это, наверное, потому что я просто сам себе сейчас накручиваю. Чего делать совершенно не стоит. Да. Или чего делать тоже не стоит, так это медлить. Абсолютно никак. Вы, наверное, спросите, куда я тороплюсь? Я тороплюсь для того, чтобы получить рейтинг А с плюсом. Потому что здесь, насколько я знаю, очень важен тайминг. Вот именно вот, на этой локации. Сумасшедшая абсолютно. Вот, вы это видели?
раз. Но насколько я знаю, это еще не самый худший вариант. Там есть еще гораздо хуже. Насколько я знаю. Но я могу ошибаться, опять же. Я могу ошибаться. Почти на 10 секунд. Ну что, пошли дальше. Ой, не внушает мне это все доверие. Да, я же говорю, мне это все доверие не внушает. Понятно. Так, а как с той пивой-то быть вообще? Что-то... Понятно. Значит, там как-то надо срикошетить, наверное. Во-о-о-о. Уйдё! Ты что? О, вот это жесть. Мне этот уровень нравится определенно. Он такой, знаете, сбалансированный. То есть на нем нужно как бы мастерство проявлять. Как? Я же мог успеть. Что за безобразие вообще? Да. Не лучшее течение событий. Но ничего, мы постараемся справиться. Что я только что натворил? Да, вот и правильно. Вот пошел на пиво и пошел. Это и все. И иди на пиво. А вот тут я помедлил. А тут нельзя было медлить. Нельзя было медлить вообще никак. И знаете, я полностью сумасшедший. То, что я еще с вами успел разговаривать и записывать, это безумие. Не каждый сможет, наверное, да? Ёлки-палки, ну ёлки-моталки. Так, 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 иди, иди дальше. Так, супер. Блин. Тут, в общем, как-то нужно правильный тайминг поймать, чтобы все было круто. Так. Да что ж ты будешь делать-то? Почему я именно одну и ту же пиву попадаю? Так, 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 не дело, нельзя так, нельзя. Нельзя, товарищи разработчики, нельзя, 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 мазафака. Вот, вот, вот. Что ж ты... Так, так, так. Блин, мне аж это чуть судорога не случилось от такого. Так. Ты кучка. Вот это жесть. Вот это жесть и испытание всех ваших способностей, друзья мои. Так. Так, так. Сан Саныч. Ой, блин, ругаться нельзя. Нельзя ругаться. Нельзя ругаться. Нельзя ругаться. Нельзя ругаться. Йоу. Вы чувствуете всю боль? Вы чувствуете, как это больно? Вы чувствуете, как это все больно, а? Вы чувствуете, да? Вот так вот. Это настолько больно, что я попал даже туда, куда ни разу не попадал вообще. Оу, ее. Да что ж ты будешь делать? А почему же я туда попадаю? А? Почему же я туда попадаю, да? И я не сойду с ума. Я не сойду с ума. Так. Блин. Нет, ну, судя по всему, мне надо полностью сойти с ума, чтобы пройти этот уровень с плюсом. Я, наверное, буду с перерывами снимать, потому что я не смогу за один раз все это снять. Это безобразие сумасшедшее абсолютно. Вот. Блин, блин! Все, я уже как никогда близок к тому, чтобы ругаться матом. Просто я к этому близок нереально. Ну ничего, ну ничего. Да. Да. Да.
Да. Ой, меня кружится голова. Ой, у меня голова кружится. Ой, подождите, пожалуйста, друзья. Ой, у меня кружится почти... Почти... Ой, сколько секунд. Ой, плохо мне. Так, тихо. Сейчас, секундочку. Ой, блин. Вот это вот самый жестокий уровень вообще просто, а. Вот здесь вот просто можно пальцы все себе сломать и выгнуть их колесиком. Вот вы поняли, да, почему? Ну, типа того. Что-то типа того. Вот так вот. Вот такая вот игра. Тран-тан-пин-трю-пам-пам-пам. Жестоко. Но надо обратить внимание, что это самый последний уровень. Поэтому выпендриваться особенно не стоит. Лучше сосредоточиться банально. И все получится. Так. Хорош. Так, я понял свою ошибку. Знаете, после предыдущего уровня я чутка так успокоился. Капельку. Мне, конечно, это стоило определенных усилий. Но все равно. Ну ладно, я все равно совершил много ошибок, которых не надо было совершать ни за что. Поэтому переиграть не проблема. Да. Тут, короче, нужно прям сразу с разбега попасть в эти пилы. Вот, точнее, между них. Чтобы они еще не тюкнули нас. Что достаточно сложно. Но, тем не менее, в исполнении возможно. Поэтому надо быть аккуратнее. Да, не таким образом аккуратнее, конечно, но все равно. Так. Надеюсь, вы в восторге от того, как я прохожу. Потому что я сам от себя в восторге уже. Я сошел с ума. Так, вот что-то типа того. Да. Вот самое сложное место, блин. Вот там вот самое сложное и заковыристое такое. Так, а вот здесь вот такое самое техническое место. Угу, сказал я и попал в пилу там, где вообще не должен был попадать мне по какой-то причине неизвестной. Так. Опа. Отлично. Блин. Чутка. Не у сути. Но ничего. Ловить ее надо. По-любому. Иначе мы игру с вами так и не пройдем. Но мы, по идее, уже можем в босс пойти. Но это будет неполноценный босс. Без прохождения всего. Абсолютно. Что разработчики предлагают. Но почти. То есть прогресс идет, это самое важное. Так. Ага, отлично. Вот, супер. Прям проскользили. Так. Ой-ё! Да. Вот это место я помню, оно опасное очень и жестокое за счет того, что... Так, я что-то заговариваюсь. Место опасное и жестокое за счет того, что там нужно падать правильно. И вот все, у меня полоса неприятная началась. Как правило, если такая полоса в мидбой начинается, нужно делать перерыв. Я думаю, что да, я все-таки сделаю перерывчик небольшой. Потому что крайне сложно, у меня уже голова начинает течь. Как бы это дико не звучало, абсолютно. Голова течет. Хорошо, хоть не кровавыми слезами. Так, а то вообще можно было бы тогда с ума сойти полностью. Офигеть. Ой, дядя! Вот там вот я не знаю, как прыгать на самом деле, серьезно. То есть без понятия. Как тут там вот нужно прыгнуть, по идее, но как именно, не знаю. Так.
Вот. Блин, с разгона крайне проблематично пройти эту локацию, абсолютно, потому что там мы попадаем все время в засаду автоматически. Правда, бывает, что редко удается пройти ее так. Во. Мастер, мои больные пальцы, мастер, о да, детка, ай, прошел, фух, вот это жесть, как она есть. Так, за сколько мы прошли это безобразие? Ну-ка. Почти на 10 секунд быстрее разработчиков. Что вообще жестоко. Ну что ж, босс. Опа! Я вспомнил, почему мне этот босс не очень нравится. Да, он любит по нам стрелять. Ой, блин. Ой-ой-ой, жестоко. Так, подождите. Ох. Да ёлки-палки. Жестоко. Самонаводяшки не надо. Пожалуйста. Так. Блин. А, кстати, я такую фишку знаю, что можно как бы за эту пилу убежать, которая впереди нас, и проходить уровень совершенно спокойно. Но это не то, что читерский способ, это способ профессионала, которым я не являюсь, даже близко. Так. Отлично. И у нас тут таймера нету, поэтому не забываем. Ой-яй-яй! У нас же там пилы эти идут, я совсем забыл про них. Фух. Да. Облажался, Антон. Бывает. Хорошо, следующий сюда выпускай. Как так-то? Ага, чуть не попал, блин, вообще. Что за безобразие? Музыка, кстати, крутая, согласитесь. Да, крутая музыка и пилы тоже крутые. И очень-очень острые. Так.
Нет, ну нельзя так. Нельзя, разработчики. Ага, так тоже нельзя, кстати. Иди в попу. Что не мат. А просто предложение деловое. Не, ну если же я предыдущую локацию без мата прошел, то чего же говорить там. Так, мне эти пиво доверия не внушают вообще ни грамма. Блин! Чё же я натворил? Ага, нифига. Нечего. Да, босс последний тоже не сахар. Далеко. А, так. Опа. Вот это жестоко. Это жестоко. Я просто сейчас на расслабоне играю, поэтому проигрываю так часто. После предыдущей локации вы меня понимаете, да, что я не могу быть слишком сосредоточен, потому что у меня вся сосредоточалка куда-то подевалась, вообще испарилась. Абсолютно. Так. Отлично. Да и... Ну это вообще безобразие только что получилось. Но это я расслабился, опять же. Я расслабился, я научился прыгать там с этими пилами более-менее. И меня на расслабон кинуло. Так. Оребус, троллейбус, троллейбус, ту-ту. Ту-ту это про меня уже на самом деле. Вот. Ту-ту полная. Поехали. Поехали крышей, друзья. Мы с вами поехали крышей. Вот. Замечательно. Прогресс. Прогресс-бар. Yes. Так, вот это тоже интересная миссия. А, ага, однозначно интересная. Вот он второй этап, который не сохраняется. Да. Вот эту миссию я не люблю, поэтому. Вот за такие вещи. Где надо назад бежать? Вот это Angry, настоящий Angry. Так. Да, не получилось, так не получилось. Ох. Ой, вот это жесть. И что это только что было? Скажите мне, пожалуйста. Ну, вот это тем более. Так. Так, и куда мне там надо? Ага.
Окей. Да... Блин. Все правильно жить было только что. Что за... Игра не продолжает над... Игра не перестает над нами издеваться. Но лучше бы не продолжала. Потому что это самый лучший вариант. Без издевательства. Дать нам пройти игру. Но нет, как же так? Без издевательства нельзя. Так. Все время в одном и том же месте. Да что ты будешь делать? Бяка. Бяка. Да, бяка. Это именно бяка. Именно бяка, что ни на есть, самая настоящая. Ну ладно, тут таймеров нету, поэтому я более-менее спокойный. Поэтому я более-менее нервничаю. Хотя, что мне нервничать после всего того, что мы прошли? Мы вообще должны уже забыть, что такое нервы. Правда, друзья? Так. Блин, сложно. Да. Что-то у меня пошла какая-то неприятность. Знаете, что самое обидное? Я игру свернуть не могу, потому что если игра вылетит, то это все будет трындеть. Заново проходить этого Фестуса. Это жестоко. Еще и это потом в прибавок. Безобразие, так не пойдет. Блин. Во. Только что чуть фейл не получили. Так, аккуратно. А, супер. Ай-яй-яй, вот это было жестоко. Главное, было понятно, куда идти, да? И все равно нет. Нет, все равно фейл. Вот где бы не было, все равно будет фейл. Как же это без фейлов-то? Это же настолько эта игра жестоко невыносимая. Знаете, будет забавно, если мы сейчас пройдем ее. Просто это будет смешно. Дико. Дико смешно. Был же ведь фейл почти. Значит, фейл будет. Обязательно будет. Так. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Yes! У меня аж капелька пота по лбу потекла.
Ну что ж, друзья, вообще просто суперская, шикарнейшая игрушка. Вот, как я уже говорил, если вы заинтересованы... Заинтересованы в том, чтобы я проходил темный мир, при этом доиграл светлые некоторые уровни на А с плюсом, ставьте как можно больше лайков и комментарий пишите. Ну и чтобы я розовую аллею поиграл по возможности. Правда, я ее проходить вряд ли буду, потому что она сумасшедшая абсолютно на всю голову. Вот. А также кастомные истории некоторые. Ну не истории, уровни. Так, можно пропустить? Ну вот, это вопрос к вам был только что. Ну что ж, давайте проверим, сколько раз у нас фейлов было. Вот она, розовая аллея. Жестокая вещь, абсолютно жестокая. Так, ну для начала давайте мы проверим, значит, где мы с вами на А с плюсом не прошли. Так, тут мы все прошли. По-моему, тут. Давайте проверим. Так. Здесь тоже все прошли нас плюсом. Интересно. Здесь? Значит, скорее всего, здесь вроде бы. Так, нет, здесь тоже все нас плюсом. Что за... Где же мы не прошли-то? Не понял. Неужели тут где-то? Здесь все нас плюсом. Как так? Может быть здесь? Что-то как-то подозрительно все это. Как-то все это подозрительно. Подождите. Что-то тут не так однозначно. Или я все на А с плюсом прошел? Значит, да, значит мы прошли все на А с плюсом, друзья. Ну что ж, 1807 смертей. Вот. А светлый мир пройден на 84%, потому что я не проходил всякие различные ретро-уровни, поломанные уровни. Вот, но они вообще тоже ненормальные, их тут уж не трогать. Вот, тогда давайте все, мы на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.